оберегающий алтарь. Я матерь, защищающая церковь. Я это яспис, оникс и янтарь. Я это спайка воедино, сцепка добра со злом, Давид и Голиаф. Я это числа после воскресения. Я первых 5 и 5 последних глав. Я все потопы и землетрясения. Я через все, я тот, кто только прав. Я путь к себе единственный, наверный. Я воздаяние за поправье прав. Я внутри вышеченный и внутривенный. Я человек, обученный летать. Я чаша вечной жизни, плащаница. Я тот, кто может чем угодно стать. Я кто угодно, сверху и до низа. Я заповеди слова на сердцах, печати на губах, зевота речи. Я блудный сын, распятый за отца. На дне провалов, пропасти и трещин. Я и любовь, и детище любви, и безграничность детского испуга. И в каждой божьей плоти и крови, и в каждой борозде огня и плуга. Я осквернитель земляных могил и остальных каких угодно склепов. Я тот, кого зовут Иммануил. Я право возродившееся с неба. Я уже пророк, антихрист, легион полуденных и полуночных бесов. Я протестантство греческих колонн, полураспад бемолей и диезов. Я киберпанк французских баррикад. Я эрос и Донатос Робеспьера. Я самый ветхий, самый скользкий гад. Я эра Водолея, наша эра. Так вот. Вот так вот. Ну как?